Всем привет! Вы смотрите канал о криптовалютах. Вчера мы с вами разобрали проект Сили. Я напомню, что это блокчейн четвертого поколения, да, новая технология. И сегодня я хотел бы поделиться с вами, показать, какая активность у них в социальных сетях, что они вообще там публикуют, и немножко новостей об этом проекте. Итак, поехали. В Фейсбуке, вот официальный Facebook, да, проекта, как я посмотрел, они публикуют здесь в основном еженедельные отчеты о своей работе, о работе криптосообщества своего преданного, да, публикуют отчеты с наградами. Вот в этом посте в медиуме они описали, расписали свои новости, чего они добились, да, чего вообще делали в апреле, в мае. В принципе, было много всего сделано. Они работали с университетами, да, вот с Эдинбургским и Бейханом. Различные технологии тестировали. Вот в сфере здравоохранения они работали. Ну, в принципе, что я видел, это то, что они тестируют заявленные свои технологии, да, добиваются прогресса и получают первые результаты. Вот добились скорости 3000 TPS, что тоже неплохо, скорости передачи данных. Что еще? Здесь конференция у них какая-то была, где Малин Джен, он генеральный директор, выступал. Давайте посмотрим более подробно еще в Facebook, что у них там еще есть. Ну вот, вот они пишут, да, что мы в мае добились больших успехов. Это те технологии, о которых я рассказывал вам вчера, они их тестируют, успешно разрабатывают, что-то еще новое придумывают. Здесь опять же еженедельные отчеты они публикуют. Вот отдельно хотелось бы сказать, что весьма преданное сообщество, да, поклонников у них снимают такие вот видео. Посмотрите. Сили блокчейн 4.0. Это действительно прикольно. Молодцы ребята. За это не получают какое-то вознаграждение, видимо. Вот здесь уже новости. Да, еще за 5 июня. Вот мероприятие у них было в Лондоне, и кто не пришел, они говорят, можете посмотреть, здесь опять работа от участника проекта. Вообще люди креативные, создают такие мемы, картинки, видео, гифки, что очень радует. Вот, и в Инстаграме примерно то же самое, здесь только чуть больше о технологиях, да, вот опять же технология, о которой я вчера рассказывал, которая увеличивает скорость передачи данных, да, их инновация, вот нейрон, технология, алгоритм нейронного консенсуса, то есть это Heterogeneous Forest Network, единая сеть блокчейнов различных. Вот, и здесь один из руководителей, как мы видим. В принципе, самая большая активность, как я увидел у них в Твиттере, здесь они проводят интересную кампанию «Твит недели». Она называется, суть ее в том, что они выкладывают в начале недели тему недели, да, вот тема этой недели — мировой кубок чемпионата мира Сили. Выкладываешь свою работу, картинку, видео, гифку с этим хэштегом и получаешь за это награду. Давайте посмотрим вообще работы, да, ребят. Вот Путин с кубком Сили, да.
весьма интересная работа. Вот тоже кубок FIFA сели. Россия 2018. В общем, много людей участвует в таких, в такой кампании еженедельной. Вот прикольный. Роналду сели. Прикольно сделал человек. Вот, а Роналду, черный ангел Сили. Тоже прикольно. Классно на самом деле вот это сделано. И это неплохо. Креативные ребята на самом деле. Молодцы. Что еще? А, вот тема предыдущей недели была Сили мерчендайзинг. Тоже креативные ребята подошли. Было приятно посмотреть. Вот сейчас вы увидите. Да, прикольные штуки. Кто? Мне вот тортик очень понравился, сразу захотелось скушать. Ну, как говорится, кто во что горазд. В общем, такая вот активность у проекта, так они поддерживают, просят поддерживать свое сообщество. Люди откликаются, получают за это вознаграждение, почему нет. В принципе, желающие могут поучаствовать. Будем дальше следить за проектом. Спасибо, ребята, за обзор. Оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Всего доброго.